Друзья, после того, как вы посмотрели подробный обзор, я представляю вам краткое руководство по той же установке своего циферблата. Первым действием устанавливаем необходимый циферблат, нажимаем VIP бесплатно, установка скачивания, дожидаемся полного завершения процесса. После того, как циферблат был установлен на часы, мы должны зайти в наш проводник. Далее найти скачанный файл с циферблатами. Он у нас хранится в загрузках и называется вот Faces Zip. Далее выбираем отсюда циферблат, который вы хотели бы скачать. Допустим, мне понравился вот этот. Надерживаем его и нажимаем копировать. Далее переходим по следующему пути. Это основная память, Android, Date. Находим здесь папку с нашим приложением VRFit Pro. Называется ComWorkoutHV. Files, Download. И вот это Auto. И вставляем сюда наш циферблат, который мы скопировали из файла. Все, циферблат успешно вставлен. Далее мы должны скопировать название файла первого, который был установлен у нас, вот этот как раз циферблат. Он хранится в этом файле. Удерживаем его, нажимаем переименовать. Далее кликаем два раза, копировать, окей. Задерживаем и удаляем его насовсем. Далее. Этот файл мы должны переименовать в тот файл. Также удерживаем. Переименовать. Кликаем два раза. И вставить. Окей. Все. Процесс у нас успешно завершен. Далее. Переходим снова в приложение. Циферблаты. Устанавливаем любой другой циферблат. После того, как циферблат будет успешно установлен, мы делаем шаг назад и должны установить еще раз тот циферблат, который у нас стоял до этого. Нажимаем монтаж, он уже сохранен в самом сервисе нашего приложения, поэтому происходит только установка. Ожидаем некоторое время и наслаждаемся магией. Вот наш циферблат практически установлен. И наблюдаем, что произойдет сейчас на самих часах. Вот такой циферблат установился, хотя мы скачивали такое волшебство, не то слово. Также хотелось бы сказать, что это единственный метод, которым можно поменять такие циферблаты и установить свой любой вариант, но при этом нужно иметь файл как раз-таки вашего циферблата с расширением bin. Без него другие файлы, они просто не будут считываться самими часами. Поэтому по такому даже принципу можно установить любой, абсолютно любой циферблат, если у вас будет вот такой файл с таким расширением. Все просто и легко.